После матча пресс-конференции Владимир Александрович Фомичев, главный тренер команды «Восток». Владимир Александрович, сначала комментарий к игре, а потом уже вопросы у журналиста. Ну, во-первых, несмотря на неудачу, я хочу поздравить команду «Актобе» с успешным выступлением в Лиге Европы. Команда очень удачная и успешно играет в этом турнире. Я, как и все наши футболисты, надеемся, что они пройдут следующий раунд. Что касается самой игры, то мы, конечно, учитывали состояние хозяев, в котором они оказались после трудного матча, который они проводили с исландцами. И, в принципе, на этом строились наши тактические варианты ведения игры. Мы представляли силу соперника в организационном плане и постарались сделать все, чтобы игроки, находящиеся на передней линии, как можно меньше получали мяч. Поэтому мы активно играли в средней зоне, практически не давали возможности свободно принимать мяч игрокам, которые находились рядом с защитниками. Поэтому в какой-то степени нам удалось разрушить атакующие действия команды хозяев, особенно в первом тайме. С другой стороны, мы понимали, что соперники будут атаковать, появятся возможности для контратакующих действий. И, как показал первый тайм, нам практически очень было в этом плане комфортно. Мы провели несколько таких остро атакующих действий в направлении ворот соперников, одна из которых закончилась взятием ворот. Во втором тайме мы испытывали определенные трудности. Хозяева прибавили и в точности, и вышедшие игроки на замену заметно усилили игру. И, конечно, так, в одном из эпизодов нам просто повезло, что там, по-моему, Кападзе не сумел забить гол из выгодной позиции. Хотя в концовке и мы имели шансы, но там уже, конечно, соперник, все помыслы были о том, чтобы сравнять счет. Были неплохие подходы, но реализация очень слабая. В целом, конечно, я очень рад победе. Она у нас первая в этом году на выезде и одержана, как я думаю, над будущим чемпионом страны. Я думаю, это вселит уверенность в моих футболистов, и нам удастся более успешно сыграть в заключительном этапе соревнований и сохранить прописку в Суперлиге. Спасибо большое.